Всем привет! Сегодня я для вас подготовил топ из 6 лучших смартфонов до 20 тысяч рублей. Надеюсь, что какой-нибудь из них вам точно понравится. Ссылки на все смартфоны я разместил в описании. А еще у меня появился телеграм-канал, в котором постятся интересные товары из Поднебесной. А также у вас есть шанс получить абсолютно бесплатно купон на скидку при любой покупке любого товара. Ссылка также будет внизу. Ну а больше всего я жду, что вы подпишетесь на мой канал, ведь для меня это очень важно. Дизайн данного смартфона получился довольно-таки больше практичным, чем привлекательным. Производитель сделал C3 не стеклянным и скользким, а пластиковым и шероховатым. Смартфон не смотрится дороже, чем есть на самом деле, но при этом остается довольно симпатичным, даже будучи выполненным из пластика. Оформление блока с камерами и вспышкой на тыльной стороне сделали очень неплохо. Сами же камеры выступают над корпусом, но не сильно. Сканер отпечатка пальца расположен также на задней стороне. Работает он, к слову, быстро и четко. Разъем для карточек рассчитан на две карты nano-SIM и карту памяти microSD. Устройство выпускается в двух цветах – красном и синим. Смартфон оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1600 на 720 точек. Экран защищает стекло Gorilla Glass 3-го поколения. Ширина рамок вокруг дисплея небольшая и не бросается в глаза. Это очень хорошо как для бюджетника. Частота обновления экрана здесь 60 Гц, но ожидать большего и не стоило. Экран яркий и насыщенный, на солнце читается очень даже хорошо. Сердцем смартфона выступает Helio G70. На борту он имеет 8 ядер, а за графику отвечает Mali G52. Процессор тротлит, но не сильно. С повседневными задачами и играми справляется достойно. Память в нем представлена в двух модификациях – 3.32 и 3.64. Попрошу обратить внимание, что NFC модуль здесь есть, но только в модификации 3.64. Мини-джек присутствует так же, как и микро-USB. Поговорим про камеры. У смартфона лишь один полноценный модуль для съемки на 12 мегапикселей, а также сенсор глубины резкости и макрообъектив на 2 мегапикселя. Ночного режима у камеры смартфона нету. Если говорить кратко, качество съемки на основную камеру очень слабое. Детализация... Ну она здесь есть, но слабая, да и то при хорошем свете. Больше про нее сказать-то и нечего. Хорошим качеством фотографий похвастаться не могут. Динамический диапазон не впечатляет, да и камера иногда пересвечивает снимки. А вот с автономностью у смартфона все в полном порядке. Внутри нас ожидает аккумулятор на 5000 мАч, который стабильно обеспечивает полтора, а то и два дня работы на одном заряде. Начнем, конечно же, с дизайна. Стекло на лицевой стороне и композитный материал с тыльной части. Тактильно этот композит ощущается как и стекло, а вот рамка смартфона здесь пластиковая. Как у многих смартфонов, блок с камерами немного выпирает из корпуса, а сканер отпечатков пальцев занял свое классическое место возле камер. Есть два варианта цвета смартфона – синий и черный. Экран полностью безрамочный, что удивило, а камера теперь выезжает из верхней грани корпуса. Разблокировать телефон можно как по отпечатку пальцев, так и через фронтальную камеру, но ждать, пока она выйдет из корпуса, очень неудобно, да и долго, поэтому я бы порекомендовал использовать именно отпечаток. Слот для карточек в смартфоне гибридный, он не поддерживает одновременную установку второй nano-SIM карты и карты памяти microSD, так что выбор за вами. 9X имеет как мини-джек, так и Type-C, что очень хорошо. У этой модели экран довольно крупный, он имеет размер 6,59 дюйма, IPS-матрицу и разрешение Full HD+. Экран здесь яркий, с немного перенасыщенной цветопередачей, но при активном использовании это будет совсем незаметно. Более того, его яркости будет достаточно для чтения даже под солнцем. Honor 9X получил улучшенную версию фирменного процессора Kirin 710F. Он имеет 8 эффективных ядер, а за графику отвечает Mali G51. Быстрота и плавность работы системы, а также приложений, особых нареканий не вызывают. Игры здесь тоже идут неплохо, но очевидно не на высоких настройках графики. Honor 9X имеет две конфигурации по памяти – 4/128 и 6/128. Но вот версию на 6 ГБ ОЗУ сейчас найти почти невозможно. Что ж, а теперь про камеры. Задняя камера у Honor 9X двойная. Съемка ведется на основной модуль с разрешением сенсора 48 мегапикселей, который дополняется модулем на 2 мегапикселя для измерения глубины резкости сцены. Широкоформатной съемки здесь, увы, не будет. Но зато есть очень яркая вспышка, а также здесь применяется фазовый автофокус. В целом, качество съемки на основную камеру среднее. Я бы даже
даже сказал, чуть выше бюджетного. Хорошую картинку можно получить только при дневном освещении, но вот в помещениях качество страдает. Также есть ночной режим, но из-за отсутствия стабилизации сложно получить четкий снимок. А вот селфи-камера смартфона снимает в разрешении 16 мегапикселей, и за счет высокого разрешения сенсора удается получать вполне приличные фотки. Также из радостного сюда установили батарею с приличным объемом на 4000 мАч. С ней смартфон демонстрирует высокие показатели автономности в режиме просмотра видео, но сравнительно быстро расходует энергию в играх. Размеры устройства небольшие, но и совсем компактными назвать их тоже нельзя. А весит смартфон всего 185 грамм. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели телефона. Материалы корпуса довольно неплохие, как для смартфона за десятку. Стеклянная панель с алюминиевой рамой. Существует два цвета раскраски, черный и синий. По факту, дизайн Humidigi A7 Pro, пожалуй, является одним из главных его преимуществ. Пускай рамка корпуса сделана из пластика, но привлекательный внешний вид четырех фотомодулей и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, а также маленькие рамки дисплея смотрятся очень органично и стильно. Смартфон оснащен 6,3-дюймовым экраном. Применяется в нем IPS-матрица с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Она здесь также довольно хорошо смотрится. Фронталку здесь поместили в капельку. Находится она посередине сверху. К слову, она оснащена автофокусом. Что касательно экрана, то его качество довольно-таки неплохое, как для бюджетного устройства. Яркости для повседневной жизни будет вполне достаточно, но в солнечную погоду ожидать чуда не стоит, а вот углы обзора здесь довольно хорошие. Основные кнопки управления расположены на правой стороне, а вот с противоположной стороны имеется слот для двух нано-сим-карт и карты памяти объемом до 256 гигабайт. Нижний торец получил 3,5-миллиметровый аудиоразъем, Type-C порт и динамик с микрофоном. A7 Pro оснастили 8-ядерным процессором MediaTek Helio P23. Он работает в паре с видеочипом Mali-G71. Простенькие, да и тяжелые игры запускаются, но играть придется на средне-низких настройках. А вот по части повседневного использования вам его точно хватит. Этому также способствует 4 гигабайта оперативной памяти формата LPDDR4X. А хранить ваши файлы можно на накопителе, который бывает как на 64, так и на 128 гигабайт. Как уже было понятно, в смартфоне установлена квадрокамера. Она включает в себя два датчика по 16 и два датчика по 5 мегапикселей. На 16 мегапикселей здесь основной и широкоугольный объектив с углом обзора в 120 градусов. Два остальных модуля здесь для макро и боке. О качестве снимков судите сами. А вот что приятно, так это то, что сюда установили аккумулятор на 4150 мАч. При такой начинке телефона его будет хватать на 2 дня использования. Но даже если его знатно нагружать просмотрами видео, серфингом по соцсетям, а также играми, то до следующего утра останется процентов 15. Быстрой зарядки и NFC здесь нету. Но не забываем про хорошее качество корпуса и сборки, а также про высокий уровень автономности. Redmi Note 8 Pro в лучших традициях флагмана выполнен из стекла, да не из простого, а Gorilla Glass 5 поколения. Это непривычно для данного ценового сегмента. Экран занимает почти всю переднюю площадь. Есть только каплевидный вырез под фронтальную камеру, над которым сетка разговорного динамика и небольшой светодиодный индикатор. Зазоры по периметру экрана совсем небольшие. Рамка смартфона сделана из глянцевого пластика. Выглядит она вполне неплохо, но царапинами покроется очень быстро. Также есть 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также Type-C слот. 8 Pro выпускается в 4 цветах: белом, голубом, зеленом и черном. Камера размещена вертикально посередине на своеобразном возвышении. 4-й модуль поместили чуть сбоку рядом со вспышкой. Сканер отпечатков пальцев решили разместить вместе с основными камерами на одном островке. Хочу отметить, что отпечаток срабатывает довольно быстро. Лоток для карточек здесь гибридный. Вместо второй сим-карты можно установить microSD объемом до 256. У Redmi Note 8 Pro крупный дисплей с диагональю 6,53 дюйма. Также используется IPS-матрица с разрешением Full HD+. У экрана хорошие углы обзора и приятная естественная цветопередача. Запас яркости достаточный для комфортного использования в любых условиях, в том числе и на солнце. Note 8 Pro получил игровой 8-ядерный процессор Helio G90T, а за графику отвечает ускоритель Mali-G76. Процессор снабдили жидкостным охлаждением для стабильной работы, но небольшой тротлинг все же есть. В целом, для быстрой работы приложений и оболочки его больше.
более чем достаточно. Игры тоже идут уверенно, в том числе и требовательные. Смартфон выпускается в двух версиях памяти, 6.64 и 6.128. Также имеется NFC для бесконтактной оплаты. Камера смартфона состоит из 4 модулей. Основной на 64 мегапикселя с фазовым автофокусом. Дополнительно есть 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, отдельная макрокамера на 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Камера здесь вполне хорошая, учитывая класс смартфона. Днем фотографии получаются детальными, с естественной цветопередачей и хорошим динамическим диапазоном. Ночная съемка дается смартфону сложнее, но сделать приличную фотку все же можно, а поможет этому ночной режим. В Xiaomi Redmi Note 8 Pro установлен аккумулятор емкостью на 4500 мАч. На деле это все очень хорошо. В обычном повседневном режиме смартфон работает от одного заряда чуть ли не 2 дня, а также системой предусмотрены различные режимы энергосбережения. Poco X3 имеет эффектную заднюю крышку с прикольным рисунком. Спинка гладкая, с глянцевым покрытием. Блок камер разместили по центру смартфона. Он очень заметно выступает из корпуса, но чехол в комплекте все это поправит. Экран практически лишился рамок. Имеется только маленький круглый вырез под фронтальную камеру. Также есть мини-джек и Type-C, что порадовало. Сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой питания. Это нестандартный подход, но очень удобный. Также имеется разблокировка по лицу, но использовать отпечаток будет более безопасно, да и быстрее. Слот для карточек гибридный, 2 нано-сим, либо 1 симка и 1 карта памяти. Poco X3 получил очень крутой экран в 120 Гц, IPS-матрицу и разрешение Full HD+. Диагональ самого дисплея составляет 6,67 дюйма. Экран не сильно яркий, пользоваться в солнечную погоду можно, но без особого комфорта. Смартфон имеет 2 динамика, звучат они довольно неплохо и даже чувствуются низкие частоты, причем звучание довольно громкое. Poco X3 построен на базе новенького 8-ядерного процессора Snapdragon 732G, а за графику отвечает Adreno 618. Уровень быстродействия смартфона – это один из самых высоких в этом ценовом сегменте. Никаких проблем с играми или плавности работы в приложениях не замечено. Хотя есть один нюанс. Так как телефон почти что новый, бывают некие фризы, причем могут они случаться практически в любых ситуациях. Здесь либо сырая оптимизация, либо заявленные 120 Гц не всегда успевают обрабатываться. Но я все же склоняясь к тому, что это пофиксит обновлениями, ведь как-никак, но процессор здесь стоит совершенно новый. Также в зависимости от модификации есть выбор по памяти, а именно 6.64 и 6.128. В Poco X3 установлено 4 камеры, главный сенсор получил 64 мегапикселя. По умолчанию съемка ведется в разрешении 16 мегапикселей с возможностью принудительного перехода на более высокое разрешение. Объектив лишен оптической стабилизации, с главной камерой работает фазовая система автофокуса. А вот в 13-мегапиксельной широкоугольной камере автофокуса вовсе нету. При съемке с хорошим освещением потери в качестве не слишком заметны, но в сумерках и ночью качество уже страдает. Сильно падает детализация, да и видны огромные потери в тенях. В сложных по освещению условиях уверенно себя чувствует только главный модуль со стандартным фокусным расстоянием. Хотя ему тоже ощутимо не хватает оптической стабилизации, но все же заметно помогает ночной режим. Но даже с этим учетом снимки все равно не очень впечатляют, а иногда они даже сильно желтят. Широкоугольный модуль позволяет получать хорошую картинку днем, порадует и цветопередача, и динамический диапазон. А вот за автономную работу здесь отвечает батарейка емкостью на 5160 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью в 33 Вт, соответствующий адаптер идет в комплекте. Полный цикл заряда занимает примерно 75 минут. В смешанной нагрузке при постоянной максимальной яркости экрана заряда хватало почти на 10 часов работы. В комплекте с большими боковыми гранями смартфон действительно получился крупноватым и пользоваться им в разы удобнее двумя руками. Внешний вид очень привлекательный, ведь раскраска здесь очень красивая, да еще и с узором и в какой-то мере с градиентом. Смартфон весь из пластика, задняя крышка вся глянцевая и немного царапается. Царапается хоть и не сильно, но лучше носить его в чехле. Основные камеры заметно выступают. Из-за этого смартфон не так хорошо ложится на поверхность. На экране есть заметный вырез из двух фронтальных камер. Может, это не очень
очень удобно, но привыкнуть можно. Отпечаток пальца здесь также находится на боковой грани. Он очень шустрый и срабатывает быстро. Также здесь имеется разблокировка по лицу. Смартфон не получил полноценной водозащиты, но производитель обещает защиту от брызг и влаги. Также здесь оставили разъем мини-джек и установили Type-C порт. Смартфон поддерживает установку microSD и двух сим-карт одновременно. За это, конечно же, респект. В Realme 6 Pro установили 6,6-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2400×1080 точек. Рамки экрана здесь есть, но на фоне крупного размера устройства их практически не замечаешь. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5, причем имеет он частоту обновления в 90 Гц, что очень круто. Яркости тут достаточно для комфортной картинки на ярком солнце. Работу смартфона обеспечивает 8-ядерный процессор Snapdragon 720G с графикой Adreno 618. Также здесь два набора памяти, 6,64 и 8,128. В работе устройства каких-то проблем не обнаружено, перегрева и тротлинга во время игр также нету. Плавность интерфейса и запуск программ происходит довольно шустро. Realme 6 Pro имеет 6 камер, 2 фронтальные и 4 тыльные. С тыльной стороны он имеет основной сенсор на 64 мегапикселя, ультраширик на 8, телеобъектив на 12 и макро на 2 мегапикселя. Фотки получаются неплохими при дневном освещении. Снимки имеют очень хорошую детализацию и нормальный динамический диапазон, да еще и при широком угле обзора. Также можно использовать ночной режим, но фотки получают много шумов и неестественный ночной свет. В Realme 6 Pro установлена емкая батарея на 4300 мАч. На практике просмотр видео с YouTube длится довольно-таки долго, целых 19 часов, а вот в играх он способен выдать 7 часов работы. Это очень хорошие показатели. Я напоминаю, что ссылки на все девайсы из видео я разместил в описании, так что welcome. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и заходить в мой телеграм-канал. На этом у меня все, ну а я с вами не прощаюсь. Еще услышимся.